и выбирай. Двоих. На пульте на война. На ретром я когда не хочу вешать, пускай вам второй ретро. Второй тебя не дал. Имба получается. Имдалар. Для кастеров. Вообще на полу баф. Давайте речь. Настя. Настя, короче, там дает. А чё, блин? Иди за новый Валера, я это поставил. Ворот падает с другой стороны. Что там, Талдорам Геру дайте по Талдорам играть. Вы можете идти по келю хуярить. Все дружи. Валера, твоя сзади падает. Волна родить мить. Да сука. Что, блядь, ты не лазуй ебанки? Настя, блядь, все мои сферы нахуй забрала, блядь. Они сами. Угу. Блядь, отлетела и бурю ебанула, блядь, они сами нахуй. Я ничего там не пошли. Конечно. Ща я их верну, не ссы. Да похуй, иди и волна рби, блядь. Сумка прикрывает мою жопу. Да, факт. Кстати, наручи может не идти. Где осколок? Лана его спрятала. Наручи не идти можно? Нет, Настя не идти. Ай, блядь! Нихуя, новый рекорд, блядь. Принцы умерли за 2.50. Надеюсь, секунд быстрее на деканы. Так.
по пидорам этим максимально играть, на которого мне такой поставил. Ондра? Да Ондра вроде натурал, он не выступал, ваше трио, блин. Да какое трио? Ондра вообще основатель этого трио. Ну, с твоего трио, блядь, ни одного сейчас нету, к сожалению. Ты бесишься. Мирае. Мирае, это уже четвертый получается. Мирае и школьник, блядь. Еще Рофлэч тоже. Рофлэч тоже вроде школьник, блядь. Так я тоже школьник, типа. Все, баланс. Блять, ненавижу школьников нахуй. Валера тоже вообще в трио нашем. Или, блять, это не трио уже нихуя. Да, Валера, я был лучше, тем не менее. Валера каждый день собирает РТ в нашем трио. Релит. Я да? Не кофе обманул, ничего. Сделай мне капучино. Мне с молочком. Блять, вы там нахуй не наглейте. Я вам не предлагала. Не понял. Что, а тебе жалко? А можно мне какао? Ну ладно, для вас двоих солнышек мне жалко. Какао. Нестик хочу. Бля, вот бы еще сходил Космос Старс нахуй. Не, Мирей, ты сосай. Не, Мирей, ты еще не настолько солнышко. Бедный Мирей объяснит основание гильдии, блядь. Через годик, Мирей. Через годик, Мирей, обратись, я тебе сделаю. Так. О, боешка. Эдик, на пул дашь на хулишита. Остальные все на пулы в меня. Эдик услышал? Да. Потом холишит и кусишь Ундерточу. Ундерточ. Подожди, на пул холишита? Пристав, в смысле? Да. А, окей. Один раз только на пулю, да? Потом по тебе? Да, потом ухолишь. Да, потом по мне. Потом похуй по кому. Потом холишит и кусишь Ундерточу. Ундерточ, потом кусаешь. Кринжкинга, холишит кусаешь, скорее всего. Дальше скажу ко. Во время пола. Кирилл, поставь метку, куда им бежать, чтобы... В крест бегаетесь туда, когда вас кого кусать. Короче, блядь, кого кусать должны, те в крест бегать. Антиферы вы по себе даете, нахуй. Там Альмара даст по себе, он нас здесь покинет. Сами по себе даете перед полным манутки дешевается до второй взлетки. Второй раз вешаете. Рофлыч и Синрип, что вам не хватает? Фулбам дайте. Кулака нет, кстати. И каски нихуя нет. Как нет, и есть. Они на всех, по-моему. На Варе каски нет. Вообще на клуба. Настя, ВТФ. А чё, Д? Рэндж держим? 5, 4, 3, 2, сколько там, блядь, 6 метров, по-моему. Держите тут раньше. Кунг, стоп, не трогай. Забежались, факт.
Дурточ в крест, можешь прямо сейчас кинуться, чтобы тебя кто-то укусил. Риддика побежал. Повторяю, потом Андерточ кусаешь Кринжкинда, холишит, скорее всего. Скорее всего, потом кусаешь Рофлыча. Холишит, кусаешь потом. Бланка. Ханта. Андерточ кусаешь Кунку. И кто там последний, блядь? Yeah. Последний, короче, кусаешь он. Ондру, либо Чувал, либо Мирай. Убить все на вкус. Адель и... Беба, сейчас на взлетке в крест бегаетесь, потому что там на взлетке будет укус, потом раньше сразу набираете. Возможно, глыбы, если там больно будет. У меня уже нет глыбы. Тебе не скинул. Ну, заебись тебе нахуй. Не на нет, первой взлетке сокру давать? Не, я с баун дам. Я реслина ману тьму. Забери тьму, наша ману. Или Настя кто-то. Блять, я зеленку не нажал, сука. Нёк и стас. Кунка спрашивает, кому рандому? Нажимай ману тьму. Кунка потом похуй кого кусает. Главное эти укусы раздайте, кого я просил. Потом похуй кого. Блять, Кунка вагон нахуй. Дай БР, в это я по нему речь. Ребаф наливай быстрее. Укус сколько там? 30 секунд еще. 8 метров раньше. Держите. Ну вот на следующую дашь сокру. Отдай тьму Насте, если. Макка стал. Сбежали. Рейди кресту. Этот муля на взлетке даже гимн на хп. 2 секунды в крест сбежались, кого кусают. Раздали укус быстрее. Все, я. Дальше похуй, кого кусаете, главное укусите. Не проебитесь. Сбежались, по. Мать. Купол поставил в центре. Нажми ему, Настя. Укус 2 секунды раздайте, похуй в кого. Он шут все-таки не укушенный стоит. Что-то она как-то быстро умерла. Сука. НС-ку можете не идти в пизду хуйню. Укусил на последней секунде. Все, фул ачивки. Вообще. Теперь здесь сильный. Лучше умереть сейчас. Что теперь Джуламан? Или что? Зюляма, мэн. Может, кофе для всех? Все, поехали.
Нельзя, Валера, нахуй. Сидеть, блядь. Валера, ну, твою судьбу тупо Беба решает. Я не смею вмешиваться в эту хуйню вообще. Эти движения нигерские. Нигерские. Is nigga from California? Miami, Miami, Miami bitch, you know. Hotline. Shut the fuck up, кунька, пиздец. Что ты Бебе разрешаешь, Валерий? Нет, нет. А что ты ему запрещаешь? Голову ты 4 купил, нахуй, пусть их хуярят, блядь. Бебе, блядь, ебать тебе душно. Ему цифры в голову ударили, нахуй. Сука, ЧСВ поднялось, нахуй, нахуй. Да, я супер кидал его, сразу крутой, да? Так, а сука, кунку, нахуй, не задело, нахуй. Да ну, нахуй. Да ну, нахуй, нах. Да вообще, нах. А? Ты трэш будешь бить, как там у тебя, Кринж Кинг? Что даун? Трэш будешь бить, нах? Я уничтожен. Уничтожь преступность. На, сука. Какое тебя погоняло было в тюрьме, Беба? Лорд. Блядь. Гей лорд. Сори. Все, что с критом связано, рофлич. Забери это тоже шоу, я тоже не хитный, раз уже лед без мы забрали. Закрыл бан, ебать, жестко очень. Ну, у тебя входит все равно этот талик. Либо этот, как его, блядь. Либо маска. Или не маска, как он там называется. Голова, короче, это, блядь. Крошечная маска Вуду. И, наверное, островная, мне кажется. Мадафака, мадафака. У нас спонсор есть в гильдии? Никто не хочет денег дать. На что? Островная, которая СПД, и на СПД попал, и вот эта вот хуйня. Голова, либо там. Да ты кому там объясняешь, Кирилл? Либо, кстати, долгонок еще заебись будет. Это носовой, короче. Долгоног. Не, вряд ли. Долгоног заебись тенке. Прямо ходил. Вот он даже после нерфа имба. Даже после нерфа он сильный. Пока что лучше его нет тенкет. Для любого, причем кассе. Не знаю, чуть не умер. Ой, нахуй ты все сагрил. Это не я, ебать. Я, блядь, сагрил 4 мама, блядь. Откуда все остальные тут, блядь? Это был я. Долгоног, ну, я не знаю, кто тебе пиздел про долгоног, хуйня. Типа, долгоног, он лучше долгонога нету в стране, конечно. Ну, понятно. Я хочу плакать. Ну, чё тебе плакать? Я хочу пиццу. Да, это помойка. А, кажется. то, что расу по. То, что на расу понерфали. Ну тогда, ну на нафиг. Ебаные вульперы теперь все. О, будешь фурия. Ну, типа, получается пристена гений, блять. Гри, пристена гений, реально. Предсказал, ну, предугадал заранее. Да, ППШ равно, ну либо, пожалуйста. На арене надо там. Ну, или что постоянно, типа, ППшные наныли, блядь, на ИБ, вот там они реально наныли, блядь. Ну да, они, кстати, только на только на ИБшку ныли, я не знаю, почему. Нихуя, на нашек тоже ныли, блядь, на X2. Ну, блядь, ЭБ все равно пизжи, нахуй. Я тебе говорю, там, блядь, открываешь ладеры, тупо, нахуй, все хапалы, блядь, все хилы, это ЭБ, нахуй, практически. Нашек очень мало, блядь. Так ясен хуй охуенно, в салоке гриппает какой-нибудь долбоёб, ну так, блядь, лужу кидаешь и в лос уходишь. На второй раз гриппает, фридом нахуй кидаешь, уходишь. Что ты понимал, они еще с пиздилем по 5 ОБшек, еще срезали. Она багнулась.
Или, блядь, в солоке. Или, или в солоке. Да даже в двойке, похуй. Свичишься в ну, в пало, короче, в холика, нахуй, ебать. Он. Ну или в Варшама, поебать вообще в кохила. Он, блядь, эту лужу кидает и вокруг пилара убегает просто. Похую. Да, так типа даже под замедлением он быстрее тебя. Он в лос уйдет. Потому что у него. Ну, тогда аура. Так нет, лужа дает. И заходите туда, не заходите. Она тебе снижает скорость передвижения, а ему увеличивает добавок. Я не знаю, они все еще супер имбовые, это пиздец. Это шокунка, ты мне предлагаешь, блядь, идти на Альянс и опять делать ЭБшку? Да, у тебя же репа осталась. Да, мне только квест делать, у меня же репа есть. Так, а все, ты же гладиатор, большая мамочка. Мне надо, сколько там, 2500 или 2600? Я ж петуха так и не купила в прошлом сезоне. Давай выйдем с ЛК, поспамлю себе его. Спасибо, блядь. Добрый души человек. Петух нахуй. Ну нахуй. Ну-ка, петух нахуй. Я не знаю, они типа убрали внутреннее КД на Джагу. Ну, на стаке, блядь, я, наверное... Хочу сделать бэшку потестить, манекен, может бэшка все-таки сейчас выгоднее будет на рейд. Крона бланк, который, он, короче, этот, Реслин, лучший друг твой на сейчас будет. И Войд, ну спекнись тоже в хилан, тебе никуда не надо лететь? Все, ты доспекайся. Серега, потанчишь слева, быстрее захили. Едва холипалом будете хилить, через крабика, вон я вам трусики на него поставил. О, этот Реслин тебе он ориентир. Поставлю на Вайда звездочку. Что ты там одел шмот? Все, на стаках отрегенишь, ну похуй. Серега, ты слева потанчишь. Кулак, Настя, кулак. Все, поехали. Ну ты чё, свинину ешь? Не халяль. Хорош. Ой, Кунка уже задолжил вопрос, спрошу еще раз. Блять! Нет или не надо? Что опять? Не надо задавать вопросы, неудобно. Да я... Не, не надо. Ладно. Не буду тогда. Вон там, посмотри, Валера рекорды ставит. Я тебя потом, я тебя потом спрошу. Валера, блять? Не, Валера, это пиздец. За 3 минуты зерганул босса, ебать. Валера. Он нахуй, Валера, блядь? Да, вон в чате, смотри, ебать. Бурстанул, залетел и все нахуй вышел. Вон за воротами нахуй чилится, смотри. Гонщик нахуй. Ты кто? Вон, смотри. Эрза, блядь. Ну, посмотри, подожди. Точно он? В обезьяне попали. Зэк за решеткой, блядь. На 15 суток нахуй летел. Я что-то в голос этой хули не знаю. Подавление, блядь, с правой стороны. Иду. Да там за воротами интереснее. Ну, кстати, да. Ой, блядь, сука, бой. Там за воротами Эрза. Не, Эрза это пиздец. Берегите. Пишет, бурсты сдавать я умею, пиздец. Перед пулом. Еще в хаспотик. Это сама бегает, смотри. Кажется, надо лишить этого лута с этого босса, у него что падает? Плащ вроде. Оооо, фу-фу-фу, Эрзо. А, ну кстати, два агильных кольца упадет. Я хочу тоже кольцо. Одно мне. Не, одно мне. Не, одно мне. Не, у тебя кунка есть уже, все. Че? Подавление бейте в первую очередь, нахуй. Какого-то жирного, алё, блять. Там уже, блядь, захиливать со следующего портала будем, блядь. А вы ебашите то, что не надо, нахуй, бить, блядь. Жирного в последнюю очередь, блядь. Вообще его нахуй не бить. Пиздец, блядь. Сука, из-за вас, нахуй, Войд умер, блядь. Потому что вы ебаного жирного убили, блядь. Да, он дохилит. Ебланы, нахуй.
Сука, последний раз повторяю, если, блядь, жирный умрет нахуй раньше, чем другой трэш, нахуй, до выхода следующего жирного, я вам, сука, минусину всем, нахуй. Вот, блядь, запомните раз и навсегда, нахуй, на этом боссе. Ну, заебало, смотри, один, одно и то же каждый раз повторяю. Сложно посмотреть, потому что до этого, блядь, убивали, нахуй. Сейчас бы, блядь, захилили уже, нахуй. Суки. Случайно жирного убил. Сейчас жирно убивает, скорее нет. И черви сразу перелетят, хило убивают, чтобы они не убивали хилов, блядь. Потому что когда они под стаками, они летят сразу. Что там, еще один портал зайдешь, или если... Не, силы возвращаются. На всякий случай, блядь. Хотя можно было бы сейчас захилить. Да, там, в принципе, он захилил. Ну ладно, похуй. Обновиться. Жирного сейчас вообще не бить, блядь. Бейте все, что нам. Разгром. Кстати, у разгрома, блядь, в Гере меньше хп, чем в обычке, нахуй. На Сирусе, блядь. А это только на Сирусе. Где-то обычка. То же самое, как в трэше в Каре, нахуй, перед этим, блядь. Кольцо! Осколок! Этим не открыто. О, видала? Да. Колдун нахуй. И кольцо. Неплохо, кстати, выпал достаточно. Умка, ты просто мощь. Что, все, шемчик или что? О, мне еще это надо на камне. Один осколок остался. Мне ну. Ась, давай, Вита, в магазины или чё, чтоб шема пиздил уже. Блять, чё за левитация, а? Вот, блять, да ты ебанулся, нахуй, что за трубаса, блять? Дорого, нахуй. То есть маунт за косарь тебе где-то дешево, а вот осколок за что дорого. Маунт был на 8 марта за 1500, и это было на 8 марта, так что откисай, это был подарок. Ты сейчас маунта нового хочешь купить еще одну? А, не, я не буду этого, 2000 не жалко за него, ты что, шутишь что ли, я не буду его покупать. Он, 600, типа, точно жалко. Он типа прикольный, но нет, он не стоит. Это чё, на Синдру там зайдёт хил? Там с рука пропадет сейчас. Ну, Эдик зайдет. Кого? Не пропадет, там серебра еще 30 минут. Там будет кому хилить, нахуй. Там он и холиста, блядь, и глю, нахуй, и эритрум, блядь, и королева там. Если трэш, тогда зайду сразу, типа. Чтоб тут не ждать, там с манем сразу. Все, пошлите ему тут. Пока. Блять, я не могу шею. Алин, ты не туши в чат, пожалуйста, грамотно. Кого, Алин, кануть? Шею там.